Как найти свою идеальную пару на все 4 сезона, нам расскажет наш эксперт, ваш персональный имиджмейкер Наталья Федотова. Привет, Лен. Привет, Наташа. Ну, я предлагаю начать с пары абсолютно универсальной, потому что на самом деле с мокасинами по универсальности практически ничто не может сравниться. С точки зрения стиля они сочетаются практически совсем. Поэтому мы покупаем сейчас не только на 4 времени года, мы сейчас делаем покупку почти подо все наши образы. Но мы не покупаем, мы берем просто даром, потому что мокасины Navara 999 рублей – это цена премьеры прямо сейчас в нашем эфире. Но и это еще не все. 4 расцветки на выбор. Выбирайте сразу 2, пока есть такая цена. У нас цена. Светлый кремовый. Далее идет вот такой элегантный беж. Очень нравится коричневый. Лена, обрати внимание, что у нас на каждой паре вот такое красивое тиснение. Между прочим, очень дорогая работа, когда кожа выглядит фактурной. Посмотри, какие объемные цветы. Это сразу отличает наши мокасины от большинства похожих. Песня даже вспомнилась про белые розы. Красота невероятная. И четвертый цвет у нас черный. Тоже вот с таким вот невероятным тиснением с цветами. То есть мы сегодня украшаем цветами наши ножки и при этом ощущаем комфорт и никаких трат для нашего бюджета. 999 рублей цена. А я теперь предлагаю взглянуть, как наши мокасины садятся на ногу. Потому что, согласись, Лен, когда мы делаем выбор в сторону обуви удобной, мы иногда все-таки забываем, изящно они смотрятся или нет. Так. Вот теперь мы смотрим на ногу Марины. Сразу тебе напомню, у нее размер 39, а мокасины наши 8 полноты. Полнота уже не стандартная. Слушай, а это полнота выглядит, увеличена. Да? Обрати внимание, что действительно конструкция сделана таким образом, что ножка выглядит очень маленькой, очень изящной. Вообще за мокасины мы должны быть благодарными еще индейцам Северной Америки. Они впервые для себя сделали эту обувь. За что ее любили? За легкость, за мягкость, еще и за бесшумность. Ну, между прочим, до сих пор именно мокасины считаются самой удобной и комфортной обувью. Это мокасины Navara. Итак, 999 рублей. Вот ты не сказала, Марина выбирает 39 и носит 39, правильно? Размер, абсолютно размер, верно. Мы выбираем эти мокасины размер в размер. Далее они уже подстраиваются. Давай смотреть, что у нас здесь отвечает за удобство. Первое, Лен, у нас стелька из натуральной кожи. Чем хороша стелька из натуральной кожи? Это великолепная воздухопроницаемость. Это значит, что нога не сприт и всегда будет оставаться свежей. Это, конечно же, абсолютно уникальные гигиенические свойства. Но у нас не простая стелька из натуральной кожи. Посмотри, видишь, как амортизирует мой палец? Видишь? Это значит, что у нас есть вспененный латекс внутри нашей стельки. Именно он будет поддерживать нашу ногу, он будет поддерживать поперечный свод, подстраивается под всю ступню. То есть, когда мы целый день ходим, у нас ножка амортизирует, будто бы на специальном матрасике. И поэтому в этих мокасинах нога у нас не устанет, даже если мы на ногах проводим с утра до вечера. У нас практически ортопедическая стелька из натуральной кожи, при этом самых удобных на свете модели обуви в наших мокасинах Navara. И все это за 999 рублей. Тем более, что у нас непростая стелька. Я хочу ее рассмотреть вблизи. Стелька, кожа натуральная. Так. Еще раз тебе повторю. Внутри стельки у нас находится вспененный латекс, который будет подстраиваться под нашу стопу и поддерживать ее. Посмотри, здесь даже отдельная подушечка для нашего сгиба стопы. Именно эта подушечка как раз нам и дает поддержку. Значит, что нашей ноге будет легко в течение дня. Плюс ко всему, конечно, сама по себе фактура натуральной кожи, знаешь, что нам дает? С одной стороны, весной, осенью и зимой на сменку мы их можем носить на носочек или на колготы плотные. А летом натуральную кожу мы совершенно спокойно можем надевать на босую ногу и чувствовать при этом себя комфортно. Натуральная стелька из натуральной кожи. Все это за 999 рублей. У нас с вами 8 полнота и размеры до 41-го. Звонки бесплатные с любой точки России. Дозванивайтесь прямо сейчас. Если вы делаете свой первый заказ, будьте уверены, что за звонок у вас не снимут ни копеечки, даже с мобильного телефона и даже за ожидание на линии. Все оплаты при получении на почте, но это еще не все. С вашим первым заказом вы получаете свою золотую бонусную карту. На ней уже лежит 200 бонусных рублей, и вы можете потратить их на следующую покупку и копить бонусы с каждой покупки. Вот представляешь, Наташ, накопишь ты бонусы, а потом вообще можешь, например, за наши мокасины рассчитаться уже бонусными рублями, а не рублями из своего кошелька. Слушай, ну это вообще супер подарок, тем более я хочу тебе продолжить рассказывать про удобство. Посмотри, очень часто у женщин есть такая проблема, как высокий подъем. Не вся обувь подходит. Посмотри, у нас здесь все продумано. У нас эластичная лента как раз в области подъема. Давай я тебе покажу, как это работает. Когда высокий подъем, ножка еще и очень часто опухает в течение дня.
дня. Вот какая у нас свобода. Ты представляешь, высокий ли подъем, а текла ли нога в течение дня. Нам будет комфортно. Плюс ко всему, частые проблемы, которые случаются в обуви, низкий мыс. Что он делает? Лен, он давит сверху на пальцы. Бывали вросшие ногти? Бывали вросшие ногти, да, бывали. Вот, у нас высокий мыс, он дает свободу, он не давит сверху на пальчики. Посмотри, какая мягкость и какая высота мыска. Вот она. Наши пальцы сверху ничто сдавливать не будет. Поэтому можно уже забывать и про вросшие ногти, можно забывать про неправильное кровообращение. Вот она, легкость абсолютно поступи. Плюс ко всему, сама по себе форма мокасин к этому обязывает. Они шьются определенным образом. Сначала на колодку натягивается верх обуви, а потом уже вот таким наружным швом они сшиваются. Поэтому здесь свобода для пальцев просто идеальная. Ну, идеальные туфли для идеальных женщин, для тех, кто хочет много ходить. В мокасинах Наварро вы будете ходить столько, сколько захотите, и не переплачивать. 999 рублей, звонки бесплатные. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите заказ. А знаешь, что мне нужно для обуви? Чтобы я могла в ней ходить и так, знаешь, чтобы ногу не напрягать, когда хочешь ее чтобы согнуть. Чтобы нога амортизировалась, да. Чтобы было легко и удобно. Посмотри, я тебе демонстрирую эластичность нашей стельки. Слушай, знаешь, за счет чего это возможно? Ни в коем случае. Во-первых, у нас подошва полиуретан. Это идеальное решение как раз для теплого времени года, потому что она прекрасно амортизирует. Плюс ко всему, у нас литьевой метод крепления подошвы. А что на сегодняшний значит? День, Лен, это самый прогрессивный метод. Как он получается? У нас верхняя часть обуви погружается в форму с жидкой подошвой. Происходит сцепление верха с низом. Это монолитное соединение. Во-первых, эта конструкция очень легкая, она эластичная, она герметичная. То есть мы не будем ходить к обувщикам, чтобы склеить нашу обувь, потому что подошва не отвалится. Ноге будет очень легко, потому что сами по себе мокасины практически легкие, уже невесомые. Да. И слушай, пятка какая вот, да, усиленная. Посмотри, у Марины вот нисколько не заваливается. И она не только усиленная, у нас задник еще чуть выше основной конструкции, что дает оптимальную посадку на ногу. И у нас 4 цвета на выбор. Выбирайте, какой вам нравится. Молочно-белый, бежевый очень красивый. Знаешь, бежевый, я слышала, стилисты рекомендуют, чтобы ногу длиннее сделать. Во-первых, длиннее ногу, во-вторых, он подходит совершенно к любому цвету, что бы ты наверх не надела. А коричневый как смотрится? Дорого и статусно. Вот такие модели, они всегда выглядят дороже, чем есть на самом деле. Сегодня мокасины Наварро – это ваш комфорт, это ваше здоровье. Позвольте себе улыбаться всегда и позвольте ходить столько, сколько вы захотите. Все это за 999 рублей.